Друзья, перед просмотром видео кратенькое объявление. Значит, у нас 10 июля уже этого года, соответственно, состоится встреча с подписчиками. Если вы хотите присоединиться, ну, в городе Калининграде, соответственно, если вы хотите присоединиться, ну, поучаствовать в нашем таком мероприятии, которое на одном из водоемов состоится, переходите по ссылке в описании внизу, там есть видео, где я более подробно все рассказываю, поэтому переходите, смотрите, буду рад всех видеть. Ну, а теперь приятного просмотра. Друзья, я снова всем привет. Ну что, не дает мне покоя прошлая рыбалка на окуня. Я так душеньку отвел. И сегодня же захотелось повторить. Сегодня, блин, классный, спокойный, потрясающий просто залив. Ветерок хоть и присутствует, и он достаточно не слабый. Но дело в том, что он дует сейчас от берега. И волны, в общем-то, сегодня не должно никакой быть. Прибыл я с рассветом. Солнце еще не встало. Потому что, ну, сегодня обещают днем жару такую хорошую за тридцатник. И поэтому не хочется сильно обгорать на солнце. Поэтому сейчас времени где-то 3:30 утра. Сейчас пока надуюсь, выйду. И в планах ловить, ну, до 9, до 10. Ну, посмотрим, что у нас из этого получится. Ну, конечно, ребят, погодка радует. Уже настоящее лето, настоящее. Правда, все равно утрецом так прохладненько приходится пододеваться. Но, в общем, благодать уже в ближайшие дни планирую с ночевочкой поехать. О чем вы, конечно же, увидите на канале. Ну, в общем, душа поет и хочется на рыбалку. Так что сейчас, друзья, быстренько-быстренько надуваем лодку. И в бой! Как-то приехал сюда, друзья, задувает тут, так смотрю, не слабо. Хорошо, что от берега. Был бы сейчас север-северо-запад, тут волнишку бы раздул бы капитальную. Но, тем не менее, по волне более-менее благоприятно. Будем пробовать ловить. Солнышко вылезло, так сразу так тепло стало. В общем-то, но ветерок немножко обдувает пока, поэтому пока раздеваться особо не придется. Покачивает. Сначала попробовал с мелких сейчас приманок, будем пробовать. А потом, может быть, будем укрепляться. Поставил там рачка какого-то, нашел. Хочу попробовать с него. Есть. Это, наверное, судачок. Вот это, ну, вообще и поклевина такая. Рыжа как надо вообще. Класс. Дал покрасоваться. Ну, такое, незачетный был. Фух, но зато поклевкой. Бамс. Кайф, кайф, ребята. Вот это утряночка. Утряночка дает пока нам результат. Удовольствие дает только.
бам, снова. На следующем забросе, друзья. Это уже акушара. Нарядный. Класс. А, стой. Вот такой вот. Красавчик. Супер. Фу, лоника продолжаем. На следующем забросе. Да, удовольствие дает только. Как такую рыбалку ждешь. Не каждый раз так нарвешься, как та рыбалка позапрошлой. И пока тьфу-тьфу, третья нормально идет пока. Ладненько, продолжаем. Опа, поклевина, ребята, вообще на третьем забросе. Офигеть можно. Офигеть. А еще раз. Продолжишь, не? Бывает такое не редкость, когда раз поклевка, потом два, и по три, и по пять у меня бывало, прям когда вот активный журок у меня. Не, второй раз не хочет. Стащил приманку. Такая вот по натуралочку работает. Вот такая вот приманочка на офсете. Опа, есть. Есть, красавчик, есть. Акушарик, акушарик. А нет. Судачишка маленький. А я думал, акушарик. Просто маленький судачишка. Небольшенький. Вот такой вот, друзья. Маленький, бледненький. Ладно, отпускаем. Опа, пошел. Фу, класс, класс, ребят. Вообще, заброс, через заброс. В начале сезона залив вообще неплохо раздает. Ну, особенно по окуню, судака мне пока еще нормального не удалось поймать. Ну, летом это не мудрено. Летом, как правило, не так часто поймаешь такого зачетного. Я уже не говорю про трофейного судака. То есть уже попозже, может быть, в само море выйдем. Посмотрим, может, там поищем именно хорошего судака. Ну, в принципе, что тут грех жаловаться. И акушарики классные, и судачки своими поклевками рады. Все равно удовольствия нет предела. Ладненько, друзья, продолжаем. Оп, блин, опять поклевка. Еще заброс следующий. Триндец, ребят. Фу, душа в пятках. Бамс, блин, на следующем. Вообще, ребята, это вообще что творится? Горбачок,
Горбачок. Горбачок. Жадно. Какой монстр, смотрите. Пасть такая. Красавчик. Фу, класс, класс. Я вот это я понимаю. Я такое удовольствие получаю, вы даже себе не представляете. Надеюсь, вы, и вы со мной. Нифига поклевина. Ребят, это вообще просто бабах. Отдай спиннинг. Просто отдай спиннинг, называется по-другому. Больше на судака похоже. Больше на него, родимого. Даже на зачетного похоже. Фига давит, вот это давит. Блин, сошел. Ну не зачетный был, а давил так. Блин, класс. Вот вроде бы и не крупный судак, а такие сопротивления давал, что просто, ну летом он как-то не так себя ведет. Обычно он больше на кирпич похож, как правило. Ну по-разному, конечно, бывает. Ну такая вот в прошлые года вот такая у меня была статистика, что летом его не так интересно ловить, как, например, осенью, когда он такой более борзый. А тут, ну вот, ну, сколько в нем? Ну, 40 сантиметров было, то есть незачетный. И он, сами видели, как давит это. А, класс, класс, друзья, вообще огонь. А, я вообще просто... У меня нет слов, короче, кайф, да и только. Погода, природа, что еще нам? Да счастье-то надо. Рыба клюет еще. Это у меня уже... Два сошло, одного я поймал. Не знаю, по-моему, там в кадр он не попал. Ну, тоже недомерок. То есть это уже третья поклевка судака именно. И так, бах, как надо, злая. Фу, ладненько. Опа. Сошел. На следующем забросе, ребят. Вообще, что творится? Такое ощущение, что хвост у приманки отхреначил. Что-то такое. Не, на месте. На месте хвост. Приманка уже вся раздолбана. Я уже несколько раз ее и так, и этак одевал. Опять поклевка, ребята. Еще на следующем. Третий заброс подряд. Еще бы серия не прекратилась бы поклевок. Это нет, это бугорок. Опа, и подсел. Пошел догонку все-таки. Так, ушарик. Опять сошел. Зараза такая. Так, как там крючок-то в порядке? Чего сошел-то? Нормальный. Что-то сход на сходе. Просто еще, знаете, палка микроджиговая, может быть, поэтому не просекаю. Она до 7 грамм.
может быть, по этой причине, то что, ну, пожестче надо палка немножко. Но с другой стороны, не хочу более жесткую палку, это свои эмоции дает. Даже не хочется другую в руки брать. Приманка уже такая стерзанная, она у меня просто одна, в единственном экземпляре. Я уже на такую, на другую головку ее специально одел, чтобы поменьше сваливалось. При забрасывании уже хвост надорванный. Уже столько она поклевок на сегодняшний день пережила. Но я и в ту рыбалку на нее ловил. Были на нее не одна поклевка. Нифига себе. Фу, блин. Есть. Дунц. Класс. Акушарик. Акушарик, акушарик. Опа. Вообще, ребята, просто заброс. Через заброс. Какой-то вот он. Длинненький такой. Худенький. Здрасте. А? Ну, ловец помаленьку. Ну да. Что-то вообще никак. Ни одной поклевки, я не знаю, что делать. Не знаю. Да? Ну, в основном не крупная, да. Опа, есть. Есть, есть, есть. Дачка похожа, а не это кушарик, просто, просто добрый кушарик. Горбачик. Пусть нереста такой длинный, просто худенький, а так хороший, спина такая массивная, толстая. Красота. Ту приманку у меня совсем разобрала. Поставил такого же цвета, ну просто чуть-чуть покрупнее и побольше. Ну, примерно. Ну, цвет, я понимаю, работает. Потому что сложно понять, как он здесь работает, потому что вода достаточно мутная. Но я уже сделал эксперимент, несколько разных цветов попробовал, несколько разных приманок, не было поклевок. Перешел обратно к этому цвету, вот сами видите, поклевка есть. Потому что та уже приманка, ее при каждом забросе она слетает, а чинить ее сейчас, ну, нет возможности, да и желания. Есть, есть, друзья, на следующем забросе. Вернее, через заброс. Фу, это я трындю. Приманочку подобрал. Таки через забросик поклевка. Так. Такой вот, тоже худенький. Ну, этого мы тоже отпустим. Не самый большой, поэтому пускай идет, растет дальше побольше. Пам-пам-парам-пам-пам, парам-пам-пам. Ты не плачь и не горюй, моя дорогая, если в море утону,
Значит, судьба такая. Ребята, я вообще... Я самый счастливый, наверное, человек сейчас на свете. С такой рыбалкой, с таким клевом. Если бы чуть-чуть бы заливчик поспокойнее. Но с другой стороны, знаете, бывает такой минус. Как только штилевой залив, поклевок, то есть рыба становится неактивной. Это такое нередко. Бывает наоборот, конечно. Но чаще я наблюдал, как только штилевой залив, будешь целый день подбирать приманки. Был зацеп, ребят, отстрелил его, и после зацепа сразу бах, влупило кушарик. Засекся-то едва-едва, ну, и отвалился. Ну, такой уже ничешный можно взять. Красавчик. Я уже, друзья, в качестве эксперимента просто пробую именно темные цвета. Сейчас вот зарядил вот уже такую приманку, вот в таком же окрасе, и она продолжает работать. Я уже перепробовал несколько тут и ярких попробовал поставить, нифига. Дядька вот подходил, говорит, вообще не по клевке, странно, он около меня крутился, тут несколько позиций менял. Вот. Но я что-то надо было ему подсказать, что он, смотрю, вот издалека яркими ловит. Ну, сам факт налицо, что вот работают темные сегодня. Вот. Сложно это объяснить, когда прозрачности в воде вот, ну, сантиметров 10. Ну, хотя я наблюдал такое, когда, помнится, камеру под воду опускал, уже на дне прозрак чуть-чуть получше. То есть уже каких-то полметра видимость есть. Может быть, как-то это влияет. Ну вот сам факт, неважно даже какая приманка, именно вот темный цвет сегодня у нас работает. То есть неважно форма приманки сама по себе. То есть, все. Красотень. Красотень. Волнишка только, блин, что-то ветерок совсем-совсем начинает раздувать. Уже так колбас-парад какой-то начинается. Чуть-чуть бы потише. Ну, в принципе, ладно, бог с ним. Рыбка-то клюется, это самое главное. Серега, решил попробовать отводной зарядить, потому что, ну, блин, зацепы, честно, достали. С места не хочу уходить, потому что рыба-то присутствует, сошел. Вот. И решил на маленькую-маленькую приманочку, сейчас покажу. И сразу же с первого же заброса на отводной поклевку. Вот приманочка такая, так называемая, по-моему, шишка. Что-то я сейчас покосаю все, блин. И такой медленной проводочкой по дну зацепчики проходят. То есть цепляется все равно, мне кажется, чебурашка. Ну все, вот проводку сделал, все вроде отцеплялся. Ай. Просто повесил чебурашку 7 грамм
где-то с метр, наверное. Да, метровый поводок из лески. И вот с первого же заброса, а то что-то какое-то, во-первых, затишье наступило. Окунь как-то стал не такой активный. Я чуть-чуть сместился буквально, примерно так же встал. Думал, как-то, может быть, с другого ракурса этот рельеф облавливать. Но все равно пошли дальше зацепы. И проводка получается так себе. А тут и прям поклевка такая, класс. Чётенькая. Пам-пам, споклевка. Смотрите, она от водной что-то пошло. Где-то, наверное, ребят, почти, наверное, час была полнейшая тишина. Полнейшая. Я уже давай исполнять и то, и это, и приманки менять. Дай-ка, думаю, попробую. Если окунь сейчас не шибко активный, вот как раз такой темой его сейчас проще всего соблазнить. На мелкую приманочку, на небольшую проводочку и на такую долго парящую приманку, как бы, в том числе. Так, вяленько, но атакует потихонечку. Сейчас, может быть, рачка какого-нибудь ему дать. Прям под лодкой, ребят, бахнул. Вот, хоть на отводной начал соблазняться, тут какая-то тишина была. Правда, у меня откуда-то крючки, я не знаю, 100 лет уже валяются. Вот так вот. Ай. Стой. Красавчик. Ладно, это так себе середнячок отпустим. Не знаю, откуда у меня крючки эти взялись, блин. Зацеп чуть разгибается, начинаешь буквально пальцем, ломается. Крючка 4-5 сломал. Нашел какие-то фидерные крючки. Вроде как нормально. Вроде как не разгибаются ничего. И не разгибаются, и в тот же момент не ломаются. И такая уже более-менее толстая цевьё. Вот. Так что вот медленная проводочка. Сейчас вот где-то часов 9 утра уже. Вообще перестал клевать. Просто вообще. Вот на отводной нет-нет, так знаете, тик. Чувствуется прям четкая поклевка. Но вот отсекаться вообще ни в какую не хочет. И такая медленная проводочка на маленькую приманочку. Если он с утра жадно кидался на достаточно, не маленькие приманки, а сейчас покажу. Вот на такую вот. Поклевки идут уже. Поклевки 4 было, по крайней мере. Потому что я уже перепробовал достаточно много перед этим. Ладненько, еще половим маленько. Бахнул. Красавчик. Сбежал. Ну ладно, там небольшой был.
Короче, все, ребят, уже вообще просто перестало на все клевать. Я уже решил несколько забросов и поехать домой. Вот поставил уже джиг так под занавес. Бац, поклевка такой, ух, мне прям подбодрило. Сейчас еще, наверное, несколько забросов. Потому что на отводной были поклевки, но они все такие вот, все, он неактивный. Пошла сейчас жара, вот я еще пока одет, ветерок обдувает, ну, в принципе, комфортно, но уже становится жарковато. Сегодня вообще за тридцатку обещают, поэтому долго задерживаться здесь лучше не надо, а то офигеешь от жары. Время где-то 9:30 уже утра, поэтому сейчас, ну, максимум до 10 половлю и буду свинчивать. Так вот, редкие стали поклевки, и они такие вот уже вялые. Вот это сейчас такая хотя бы нормальная поклевка была. А то, ну, тюкнет вроде бы, ну, такое вот. Такое ощущение, что носом упрется в эту приманку, и все на этом. А брать конкретно как-то не желает. Но, тем не менее, хоть под занавес мне еще один бахнул. Сейчас попробуем еще несколько забросов. Опа, есть. Вот это уже пошибче. Ну вот, ребят, было такое абсолютное бесклевие. Сейчас джиг снова поставил. Пожалуйста, 5 минут, 2 поклевки. Один сошел, одного поймал такого неплохого. Ну, поменьше гораздо сошел. Это такой уже красавчик. Можно взять. Опа. Есть, блин, на следующем забросить, ребят. Выход, блин, сошел. Выход пошел, что ли. Такая тишина была столько времени. Тут бац. Джикас очнулся. Что-то, по-моему, опять подбирал. Да нет, вроде бы это нет. Показалось. Тумблер кто-то окуня включил. Наклев. Опа! Следующий заброс. Поклевка, ребята, вообще просто. Что творится-то? Тут хороший красавчик. Заживал-то приманку жадно. Такой вот. Такой вот очередной красавелло. Что такое? Нифига себе. Нифига себе. Пошла возня. Как надо. А, это судачок небольшой. Без поклевки, без ничего, чисто подвис. Малыш. Сейчас вот лето, ребят, такие вот небольшие и клюют-то, в общем-то. Вот. Такой вот. Без поклевки такой раз. Бац. Но все равно здорово. Иди расти большой лапшой. Я все тешу себя, друзья. То было все, 5 последних забросов. Потом, ладно, еще парочку. Бац, этот судак. Ну, сейчас я думаю, еще, наверное, парочку сделаю. Есть.
Сейчас не отпускает меня рыбалка никак. Уже который раз собираюсь уехать домой. Вроде я не скажу, что там прям активно клюет, но нет, бахнет что-то. Опять вот хороший окушара. Жадно так вон, головка торчит. Приманка-то на самом деле не маленькая. А. Такой вот огненный рыб. Класс, класс, друзья, класс. Просто класс. Ну вот и все, друзья, закончился сегодняшний день, сегодняшняя рыбалка. Вот такая рыбалка. Все равно были какие-то трудовые моменты, но в общем все шикарно, все классно. Сейчас уже наступила жара, время 10:30 утра. Надо потихонечку сворачивать манатки. Сейчас быстро все спаковываю и пойду-ка я искупаюсь перед дорожкой. Кстати, друзья, кто не в курсе насчет нашей встречи с подписчиками, ссылка на видео о встрече в описании. Посмотрите, кто желает принять участие, принимайте. Всем буду рад. Ну ладненько, друзья, мне пора. Как всегда, всем желаю здоровья. Всем ни хвоста, ни чешуи. И до новых встреч на водоеме. Всем пока.